Ой, господи. Вы что, с ума посходили? Девочки, нельзя так. Всем привет! У нас 23:08. А у вас? Мы не хотим. Крис вспомнила, что мы пообещали вам зайти в эфир. Вот, и вот мы здесь. Сейчас я настроюсь. Варечка, привет, моя дорогая. Ты всегда здесь у меня. Я трансвестит. Как ужасно выгляжу, какие эфиры. Блин, у меня такой кашель. Мне кажется, я выплевываю просто все на свете. Оля, как дела? Да, у нас все потихонечку. Стараемся жить, выживать. А ты заново не настраивала VPN? VPN нет. А что его настраивать? Да, эфир сохраню. Руслан, привет. Блудный сын на бьюти-процедурах. Я Кристине сказала, что девочка моя. Давай ноготочки, вот это вот, бровки, волосики, все, чтобы было красиво. Че? Крис угостила пельмешками. Нет, она сказала, что ни одного пельмени я не получу. Ну, кроме одного, наверное. Шучу. Сука. Конечно, вы поздно вышли. Но я понимаю. Мы вот сейчас были у стоматолога. Крис не устраивает все равно ее прикус, как и в итоге он выровнялся. Вот, но то, как его можно выпрямить, можно сделать только винтами. А винты она не хочет. Вот это наркотики Кристины Сергеевны. Это чистая правда. Так, давайте погнали. О чем будем общаться с вами? Давайте поговорим. Что хозяева про воздуха сказали? Я вообще думала, если сейчас будет какая-нибудь беда, и вдруг откажут в собаке, потому что собака все равно имеет какой-то специфический запах, вот, и мог произойти конфликт с хозяевами. Я подумала, если начнется какой-то конфликт, я устрою театр здесь, погрелого актера. Вот, и буду говорить, ну куда вы нас с маленьким ребенком на улицу? Вы же понимаете. Вот. Но этого делать не пришлось, потому что они сказали, ну ладно, если собака что-нибудь испортит, исправлять будете сами. Но они еще не видели, что у нас весь подранный диван котом. Вы с Крис в Питер собираетесь? Да, мы просто в ужасный лак для волос, кошмар. Ужас.
Мы просто с Крис обсуждали, как мы будем отмечать Новый год. А новый 2022 год мы отмечали втроем в комнате, а потом нам позвонили Крис, друзья, и мы поехали туда. Вот, чуть-чуть посидели, выпили шампанского, но это не то, что хотелось бы. В Новый год должно быть такое настроение, светящееся, искрящееся, чтобы настроение было, как новогодняя ёлка. Вот. Но у нас этого не было, поэтому хочется поехать в Питер и просто гулять по барам. По барам, по улицам, встречать людей, улыбаться, не знаю. Может быть, собрать какие-нибудь небольшие подарочки и дарить на улице прохожим. Откуда у Крис айфон? Она там его настраивает, потом расскажет. Что там с Крис и Настей уже? А что там с Крис и Настей? Кристина Захарова и Настя Наточи были некоторое время в отношениях. Вот. Но у них не сложилось, потому что они, правда, очень разные люди. И Насте я желаю другого человека, и Кристине я тоже желаю другого человека. Они абсолютно несовместимы. Кристине, наверное, нужен человек такой суперответственный, который будет брать ее за шкварник, таскать ее куда-то, чему-то учить. Кристина должна сидеть с открытым ртом и слушать какую-то новую полезную информацию. Вот, Настя, я думаю, Насте тоже нужен человек, который сильный, который сможет ее чему-то научить, который будет рядом, оберегать, заботиться. Вот, но боюсь, что Кристина пока не готова. С кем ты общаешься из пятого сезона? Из пятого сезона, хоть я и знакома и со всеми, общаюсь я только с Беллой и с Костей. Все остальные мне не интересны. Сейчас, короче, мы, наверное, сделаем... Ребят, Кристина Захарова будет ночью, поздно. Вот, все вопросы прошу исключить, покажи Крис, когда приедет Крис и так далее. Сейчас я назначу кого-нибудь администратором и будем банить эти вопросы. Вы помирились с мамой? Мы с мамой не ссорились. У нас просто с мамой особо никогда не было прям близких каких-то отношений и понимания. Вот. Мы далеки друг от друга, потому что мы рождены в абсолютно разное время, и мама воспитана в довольно суровых условиях. Моя мама родила первого ребенка в 17 лет. Вот. И сама себя лишила молодости. Моя старшая сестра измотала маму за всю жизнь так, что ёбнешься. И никакой жизненной энергии у мамы не осталось, поэтому вряд ли мы сможем друг друга понять с ней когда-нибудь. Но поддерживаем связь и общаемся нормально. Карине, салам алейкум. О, Ната, давай. Модерку. Зай, что ты идешь сюда, нет? Да, все, секунда. Что, ты себе гудок выбираешь? Да. Ходишь к психологу. Господи, вы не поверите, я записалась на сегодня к психологу на 12 часов дня. Но записалась на свой старый телефон, в календаре записала себе. Сегодня думаю, блин, как будто какое-то важное дело пропустила. Я смотрю в переписку с любовью, а там то, что я должна была к ней приехать. Но
свой старый весь телефон я стерла, потому что я хотела дать Крис понаходить с ним, но в итоге у нее вот новый телефон, и моя жертва была напрасной. Была в Калуге, если нет, то хочешь... я не знаю, что в Калуге нам делать. Если есть что-то интересное, может быть, какое-то интересное, интересная достопримечательность, напиши, мы посмотрим. Крис на одном эфире говорила, что никто не создал фан ее кроссом. Я создала, меня так и не заметили. Почему так? Отмечайте, когда вы выкладываете что-то, какие-то свои работы, или создаете какой-то фан-аккаунт, отмечайте в сторис. То есть выкладывайте в сторис, именно в сторис делайте отметку, потому что посты не всегда видны, и иногда бывают дни, когда очень много публикаций, и всех заметить, к сожалению, нереально. Сколько людей тут в банке, не помню. Мама так работает грумером? Да, мама всю жизнь работала и работает грумером. Хотя я маме говорю, мама, ты грумер с 40-летним стажем. Моя мама стрижет всю жизнь. И говорю, ну набирай группы, обучай людей, потому что грумеры зарабатывают прилично. Ну то есть, я не знаю, для Ростова это вообще, ну можно там очень раскрутиться, потому что грумеров очень мало хороших. Чтобы вы понимали, кота подстричь у нас в Ростове время примерно стрижки там 40-50 минут, заработает за такое маленькое количество времени можно 1000 рублей. То есть у нас средняя такса на стрижку кота 1000 рублей. Если ты в день берешь 3 кота и работаешь всего 3 часа, то это 3000 рублей. Умножаем там на 20 дней, сами считайте, 60 тысяч рублей просто по несколько часов в день работая. Вот. И я маме говорю, мама, много желающих будет прийти и обучиться. Мама говорит, я не люблю обучать, не люблю общение с людьми, поэтому мне проще работать с животными. Не понимаю, почему так. А мне кажется, проще обучать. Почему-то грустная. Какая грустная? Уставшая просто. У меня телефон вот. Фиолетовый. Все. Аня портит Ларису. Чем она может ее испортить, скажите? Там еще кто кого испортит. Да ладно, шучу. У каждого человека своя голова на плечах, кто кого портит. Это как, когда мы начали общаться с Лизой, Лариса поселила Лизу к себе, что... Чтобы что? Чтобы, да, забрать ее с этой ужасной войны. Вот, и начали все писать, что пиздец. Сейчас Лиза начнет бухать с близняшками, употреблять наркотики и так далее. Во-первых, бухаем ли мы и употребляем наркотики, это первый вопрос. А второй... Ну, человек не делал этого всю свою жизнь, и теперь вдруг начнет это делать. Всем привет. Почему с Ларисой отдалились и твое отношение к этому? Мы отдалились еще во время проекта, когда он шел. Сейчас тоже еще чуть-чуть отдалились, потому что у нее отношения. И Лариса не общается с Крис, я не общаюсь с Аней. Вот, и я думаю, что невозможно пока в данной обстановке наше с Ларисой близкое общение. Но отношения у нас из-за этого не портятся и никак не меняются, потому что ну, мы жили всю жизнь друг с другом. Странно, да? Вот он блокируется, а все равно видно. Да, вот мне тоже это странно. А, приложение типа все. Да, загружаются некоторые. Но мне надо Сбер скачать, это Сбол.
Запихни телефон в бампер. А я уже поставила стекло. Там у меня под чехлом пленка на задней панели. Из-за этого, конечно, не видно, какой он красивый. Но да хуй с ним. Вы были на 7-м сезоне на финале? Да, мы были на 7-м сезоне на финале. Было очень жарко в помещении. И очень-очень долго это было. Мы до начала съемок просидели 12 часов, по-моему. Зачем нам так рано туда было ехать, я не понимаю, но они всегда так делают. Да. Какие ваши любимые татухи друг друга? О, интересный вопрос. Я, вы знаете, иногда просыпаюсь, там, обнимаю ее. Так хочется ее в плечико поцеловать. А тут Ларисенция, блядь. У тебя вообще каждая твоя бывшая на твоем теле. Не каждая, ну что-то вот. Ну давай, давай, давай посчитаем. Давай посчитаем. Позорис. Давай посчитаем. Раз. Два. И все, и закончим. Сейчас еще считать будем. Ну а ты к чему это тоже говоришь? Это твоя бывшая? Нет, это Лариса, просто моя сестра. Ну это все. И что? А вон там твои бывшие на гипе на твоем. И что? Причем здесь мои бывшие? Мы про них говорили? Про поцелуи на теле. Ой, Оля. Такая она странная. Да мы не ссоримся, вы чё? Просто нахуй. Так, блядь. Всё нахуй. Она вообще не в духе. Я хуй знаю, что с ней. Просто букотенок. Просто подустала, я же говорю тебе. Хочешь кириешку с сырным нет, соусом? Нет. Я вечером такое не ем. Сколько бы ты мне ни говорила, вот так вот, нет, я не ем такое, я все равно буду каждый день предлагать. Потому что я забочусь о тебе. И все. Нет, просто потому что не помню, что я такое не ем вечером. Это неправда. Ага, конечно. Оль. О, 69 копеек мне кинули. Какую ту маску, блядь? Какую маску? Look at me, Habibi. Воу, воу. Оля, агро. Да ничего не агро. А, устала просто. Видите, как потаскала девку? У меня машина переехала вместе с твоим телефоном. Подписчики в моем телефоне, которые переехали. Ты знаешь, на кого похоже? На кого? На этого, из ледникового периода. Смурфи, Марфи, как его? Зай, ну вот так у него глаза в растопырке. Сай? Как звали? Ой. Давай поцелуй. Вот, теперь еще больше похоже. Look at me, Habibi. Wow. Вы все там лесби становитесь, проект может другой. Проект называется «От пацанки до лесбиянки». Это юридическое название. А там... вам по телевизору говорят просто «пацанки». Что-то там девушки с сложными судьбами. Попробуйте сохранить ориентацию, когда у вас сложная судьба. Но на самом деле я согласна с тем, что проект – это жуткая пропаганда. Ну а что поделать? Жутчайшая. Но, не знаю, если до сих пор проект существует, значит, у проекта очень большие деньги, и они, скорее всего, платят их государству. Стит! Ой. Кто
кто-то мне кидает, потому что сегодня копеек. Даже нет? Да, блядь. Вы тоже пропагандистский ужас. Да. Друзья, как вам качество на моем новом телефоне? Телефоне? Да, мы в эфире, если что. На меня, на меня. Уберите маску. Это почему? Нет. Понятно. Как там говорил Сид? Почему-то я должен быть что-то там. Может быть, ты будешь? А у меня смешных масок больше нету. Вот есть блесточки. О, давайте вот любимую маску, Крис. До свидания. Да блядь! А-а-а! Потрясающе. У меня лайк. Оля, почему ты кидаешь мимо? Мимо ведро. Зай, ты тоже много чего кидаешь. Ничего не кидаю. Лариса общается с Крис. Лариса общается с Крис поскольку постольку. Воу, look at me, хабиби. Воу, look at me, хабиби. Воу, look at me, хабиби. Ой, только не надо это агриться друг другу, пожалуйста, на друг на друга. А то тут у меня сидит Ната, которая всех забанит нахрен. Крис, а какая Оля по характеру? Ой, хабиби, хуй ты знал. Вот такая. Говори, моя Фиона. Оля по характеру по характеру Оля милая, без доебов, знаете, всяких там. Не, Оля сложная. Честно скажу, Оля сложная очень сильно по характеру. Но никто не знает и ее такой, какой ее знаю я. Но вы же понимаете, что публика, там, с сестрой, с какими-то друзьями, она одна. А со мной она, ну, совершенно другая абсолютно просто. И никто не знает. И вот многие говорят, типа, как вы так вообще вместе? Ну, вот это мы вот вам вот так показываемся, а на самом деле у нас все по-другому. Ольга Николаевна, закрепите, пожалуйста, свою карту. Киньте мою карту сюда. Блин, я хотела похвастаться. Я специально сказала ортодонту, чтобы мне спрятали резинку, чтобы вы не говорили, что у меня золотые зубы. Смотрите. Все белые теперь. Можно в эскорт идти? Да, я туда и пойду. А зачем мне? Планируете детей? Я вот очень хочу ребенка. Я вот. Хотела получи, блядь. Распишись! О, спасибо за карту. Все, вот можете донат скинуть вот сюда. Деньги давайте бумажные! Так нужно! Мне нужно на лазерную апелляцию. Что у тебя с глазами? На лазерную коррекцию зрения необходимое. И для моего маленького малыша. Посмотрите, какой он милый. Пи-пи-пу-ба! Ари-пи-пу! А смотрите, как могу! Сейчас, а смотрите, как могу! Уии! Блядь, это топ-маска! Жалко, что на одного! Тихо-тихо, ну-ка! Так, сфоткайте вот так, сейчас. Супер, спасибо! Саша! И прикинь, никто не заскринил! Да скринят. Я можно похвастаться? Хвастайся, давай, солнышко. Я сегодня сделала гуакамоле. Сама. Выглядит... Ужасно. Выглядит оно ужасно, это правда. Вот так. И там дохуища чеснока. Что? Пахнет вкусно. Зоя, хватит жрать на ночь. Что ты в самом деле? Я же не пельмени. А потом, Зоя, я поправилась, да?
А если, насколько сильно, если я же разжирею, ты меня бросишь? Я не говорю такого. Ты говорила. Ты мне выбрала жирную, Оля. Мне вообще уже ничего не страшно. Look at me, хабибе. Вау, вау. У тебя биткоины на лице вообще, блядь. Да. Куда? Хоть что-то. Да. И Жанет продолжаешь все деньги тебе кидать. На самом деле какое-то говнище. Говнище вот это? Угу. Нет. Зачисление, спасибо. Ой. Это не ешь, сука, да. А кидайте в директ, мы потом спиздим у вас. Да. В крысу. Крыски. Я на выходных заняла первое место по стрельбе и стала лучше среди мальчиков и девочек. Да, ой, класс. Спасибо большое. Да, блядь! Хлоп. Похлопай человеку, блядь. Может, ты ребенок. Ну, похлопай нам. Ну, нормально, можно было. Зачисление Елена. 50 рублей, спасибо. Елена, чья? Оля, ты смываешь макияж перед сном? Да, иногда бывает, я забываю, но... Да. Что? У тебя помет был на лице. И что? О, мне вот эта маска нравится. Она под грустную музыку, классно. Под грустный, дед. О, давай. Я отпускаю нашу любовь только здесь. Я танцую со своим бой, как паутине большой сети. Я пропадаю без вести. Из памяти. У тебя же другая карта была, Оля. Ну вот это тоже пока жива. Ой! Все, салам алейкум, эту маску не сниму, даже не пытайтесь. Даже не пытайтесь меня уговорить. Жалко, что ли, жалко, что лицо не двигается. Давай мне тоже чаю тогда. Мятный будешь? Я буду Spring Melody. Два? Да. Три. Правда? Да. Ну, да. Зачем так было? Это моя любовь, это мой краш, клянусь. Давайте что-то обсудим. Блядь. Давайте, да. Чем мы вот это сидим? Да, блядь. Руки переминаем. Ни туда, ни сюда, блин. Ни бей, ни мини кукарекура. Вау, еще. Воу, воу. Look at me, хабиби. Вот тебе look at me, хабиби. Да. Кто не скинет мне на карту 1000 рублей... О, 500 рублей скинули, спасибо большое. Кто не скинет мне на карту 500 рублей... того. А это вы узнаете, если не скинете. Яна Михайловна, спасибо большое. Оля, какая ты? Что? Да я шучу, господи. О, помните, вот так в детстве мы обрабатывали фотки, если кто-то есть, кто старше 22 лет? Помните? Вот такие модные обработки были, еще по бокам было написано «Аватар», Ава-Оф, Аватан, что еще было? Ну что, у меня, блядь, был этот, Моторола, а потом айфон сразу, я не ебу такого. А вот эти кнопочные с многими кнопками не было? 3000 телефон стоил. А Nokia Asha? Не было у меня такого. Нет? У меня Nokia один раз был, у которого... Вот раньше телефоны были, я ебу. Зай, подставь нормальную штуку, я хочу... Вот, тему для разговора. Давай, ну-ка. Сейчас чай налью. Мне кажется, какие-то стандартные уже пошли заставки. Ой, бэйби, резкая, мы тебя тоже любим. Валентина, мы тебя тоже обняли от души. Уже резкая скинула нам донат, что мы ее любим? Она просто написала нам сообщение. А, ну и тоже хорошо.
Чего? Так это крыса, конечно. Чего? Ну ля-ля. И ложечку. Оля ебашит варенье. Я какая ты чистая мышь. Сейчас я тоже начну твои все вот эти вареники высовывать. Давай, хочешь покажу? Все. Мои вареники? Я боюсь, если мы их покажем, мы охуеем потом от жизни. Почему? Может, налетят чайки на твой вареник? О, да. Блин, господи, сколько ты съела уже на ночь? Штрефан, снимай на тебя разоблачение, пишет моя резкая баба. Резкая бэйби, я тебе могу помочь. У меня столько контента есть. Ты можешь просто две фотокарточки в коллаж сойти. Короче, всё. У меня есть видео. Не, я хотела же сказать про телефон, пока не забыла. Давай, ладно. Вот кто помнит, то примерно наших годов, ну там кому хотя бы есть 24 года, вы помните, раньше были Nokia, у них типа, они вот так типа раздвигались, ну вот так вот в горизонталь. И тут клавиатура, эти КПК, коммуникаторы были. Потом были на Nokia, у которых переворачивалась нижняя часть кнопочки, короче, и типа этот, блядь. Плеер, типа там, кнопки плеера. Ну, вы помните, да? Вообще просто дизайн и телефон. И сейчас, ебать, докатились нахуй. Да, кирпич, да, всего три кнопки, да, супер, инновации. Но, блядь, раньше, да, вот эти слайдеры, там, пиздец. У меня была раскладушка, у которой между вот этой экраном и клавиатурой была, ну, было две такие штучки, которые соединяли все это, а между ними... была камера, которая просто вот так вот, ты вот так пальцем перекручиваешь, она у тебя задняя, потом хуяк передняя, и это все одна и та же камера. Вот так чуть можно? Вот. Не разговаривай так. А потом, правда. А ты потом ругаешься тоже, когда я тебе скажу, что ты заебешь или не заебешь, а ты мне говоришь, Оля, пожалуйста, ты можешь так не разговаривать со мной, потому что это неуважительно. Хорошо. Короче, у меня есть видео, Настя. У меня есть видео, где мы снимали до Крис ее тело, тушку. Пока что только до. Да, вот. И там не очень, короче, лицеприятное видео. И Крис, мне, когда мы с Крис расстались... И я ей говорю, Крис, я говорю, ты меня заебешь, я говорю, я тоже начну выкладывать все в интернет, вот как ты льешь все. И она говорит, ты что, мое видео вот это выложишь до? Отмечай, ебать. Я думаю, неужели ты думаешь, что я настолько ненавижу людей, чтобы показывать это видео им? Ты бы никогда этого не сделала? Да, я бы не сделала этого. Да. Я не ты, дорогая. Я еще... Почему ты говоришь, что ты не я, если я такого никогда не делала? Так у меня и нет такого видео. Почему есть у тебя до? Ну, у меня нормальное до, но и все его видели уже. Блядь. Блядь, друзья, отойду. Крис, ты нормально выглядишь. Вот, и меня тогда все захейтили. Оля, ты что? Крис худая, пиздец. Вы ее без одежды никогда не видели. Вот это вот меня поражает. Я жирнючая свинья, вы что, гоните? То у меня просто строение тела вот такое, ну, типа, вот так вот. Вот такая, блядь, бока, нахуй, животина, блядь, и вот так ноги. Ножки и ручки видно. Я показываю вам только то, что можно видеть. И из-за этого все думают, ебать, ты худая. Не, ну я, действительно, я со времен вот проекта я похудела. Это правда, да. Ну, плюс мне еще брекеты поставили, и как бы у меня, ну, строение лица чуть-чуть поменялось. И дреды, вот это вот. Крис, жду ВЛС. Чего ты мне написала что-то? Жду ВЛС до. А, блядь. Лен! Что? А, да вот это твоя Лена? Это Лена, да. Можешь модератором ее сделать. У меня она-то здесь модератор. Я Нате вчера зарплату выдала. Вот сейчас пытаюсь Лену... Она у тебя на окладе? Нет, она у меня на премиальных.
Она у меня на проценте. А, так, Настя, тебе скинуть это видео, Крис До? Я не могу выложить его. Но ты это сможешь точно, Крис. Нет. Я в тебе не сомневаюсь. Нет. Ой, Крис, господи. Настя. Пожалуйста, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Чего ты? Я быстро. Угадайте, зачем она идет? Лисичка носик показала. Look at me, Хабиби, блядь! Кто угадает, что это значит? Сейчас я зарядку возьму. Очень важный вопрос. Вы приняли ислам? Нет, я вообще не придерживаюсь никакой веры. Я верю в себя. Я верю в Бога, но не... Короче, я не религиозная. Я верю в Бога, я верю в себя, я верю во Всевышние силы, которые дадут нам... Дадут нам изобилие. Вот, не более. Оля, куда 12-й телефон делала? Он у меня до сих пор лежит дома. Я не хочу его продавать, честно говоря. Вот. Ну, это довольно удобно. В работе 2 телефона использовать удобно. Единственное, что я бы, наверное, его поменяла на 12 Pro Max. У кого-нибудь бы. Чтобы у меня один большой был и один небольшой. Как вы считаете, Маша приняла ислам из-за травмы детства? Нет. Сомневаюсь. К этому приходят на... не из-за травм. Не могу сказать, почему она пришла, потому что я не общаюсь с ней. Глупо будет, если я сейчас буду об этом говорить, потому что, ну, вера и политика — это две таких слишком серьезные темы, которые не хочу затрагивать, дабы никого не обидеть, не огорчить, и не хочу разжигать огонь войны. Вот поэтому... Когда отпуск и на сколько? Мы летим в отпуск в феврале, 12 февраля мы вылетаем, и будем там до 18 марта, 3 недели получается. Будем кайфовать, едем мы на остров Панган, через Пхукет. Также хотим съездить во все самые интересные места и самые красивые места Таиланда. Ненавижу экскурсии. Если Крис меня потащит, я не знаю, что я буду делать. Я на них засыпаю, мне очень скучно, нудно. У тебя какой айфон? У меня сейчас 12 Pro и 14 Pro. Это хорошо, это отлично. У Крис лисичка носик показала, и она побежала. Между 12 февраля и 18 марта не 3 недели. Почему? Сейчас, подождите, значит, наоборот, 18 февраля мы улетаем, а 12 марта прилетаем. Так, 3 недели? Короче, что это такое? Едем мы на 3 недели. Ты сильно получила за пельмени, а за что получать? Я просто, ну, чуть-чуть хочу тоже поднакопить денежек себе на брекеты, о чем я уже говорила. Я на день рождения неожиданно много потратила денег. Вот сколько там, 1050 или 60, ну и Лариса, соответственно, столько же. А также там Крис подарок на Новый год, я отправила деньги на Таиланд, вот, и в итоге брекетов у меня опять нет.
Потому что уже Таиланд мне обошелся в 100... Ой. Сколько? 120... 115 тысяч уже. А еще надо 1100-150. 100... Сколько стоило? 60... 8? Плюс... 60... 5, по-моему. Ну, по 116 пока. По 116. Ну, еще по 100, по 150. Еще по 150 сверху бетонно надо. Да, поэтому я опять остаюсь без брекетов и со своим уебищным кривым зубом. Это неправда. Что? Что неправда? Потому что ты копила на брекет, да? Так. Ну, а ты хотела купить телефон. Телефон я тебе подарила? Так я телефон себе ставила во время обучения купить себе. Я что-то не купила. Но обучение еще идет, ничего. Я не знаю. Mm. Я не на твоем курсе. Mm. Ну и все, блядь, короче. Ну и, блядь, пока. О, Марина, привет. Марина Лазаренко. У меня кредит тоже. Фу, так противно в носу сейчас показалось. Я, если честно, уже думаю, что я просто удалю этот зуб, поставлю себе имплант и все. И похуй на брекеты. Но там место... Какой? Они будут раздвигать. Ты знаешь, что брекеты, кстати, ставят и на несколько зубов. И что, ты видела мои нижние? Почему ты такая грубая? Прекращай, Крис. Ну ты же знаешь, что я просто уставшая. К чему это? Все, значит, мы не ведем с тобой диалог. Мы общаемся с подписчиками. Отвечай на вопрос. Отвечаю. Ну это твой эфир, отвечай. Так ты же обещала. Что за обучение, спрашиваешь? Расскажи, что за обучение. Обучение, продвижение в Инстаграме. Вот. Такая на котятка. Не кажется, Бэм? Крис провокатор пишет. Кто это написал? Сейчас кто-то полетит честом нахуй мне. Да мы не срёмся, Марина. Мы не срёмся уже очень давно. Очень давно, 2 недели. Это большой срок. Ладно. Расскажите, что за варенье едите? Вот такое, от Лукашина? Или... Лукашин — это мой ортодонт. Лукашинские. Варенье лукашинские. Очень вкусненькое. Я люблю просто вишню из варенья. Мое самое нелюбимое варенье, наверное, это малиновое. Я не люблю малину вообще. И вот эти косточки, которые застревают, знаете, между щелками, между зубами. Это просто труба. Прикиньте, Оля болеет тут. Я думаю, ебать, так, лимон есть. Надо варенье ей купить, малиновое. А то было, она стояла, спрашивала, где варенье. Вот кончилось. Пошла, купила. Это Лукашинское, самое дорогое у них, малиновое, там, что 500 рублей оно стоит. Я думаю, нихуя себе варенье, блядь. Никогда в жизни не покупала. Да, но я говорила всегда, что я не люблю малинку. Она говорит, что не любит малиновое варенье, терпеть не может его. Прикиньте. Ну это как я все 1.5 года повторяю, что я пью только нефильтрованное пиво. Ты всегда мне покупаешь фильтрованное. Я не покупаю тебе пиво.
Ты покупала мне пиво Крис фильтрованное. Когда? И всегда еще спрашиваешь, а где какое пиво? А я всегда говорю, не фильтрованное. Ты такая красивая. Ты знаешь? Они-то не знают, почему я тебя так рассматриваю. А ты знаешь, что ты... Почему? Итак, любите побухать? Нет. Тихая салам. Ну, за фильтрованное пиво надо расходиться. Это зашквар, конечно. Вот именно! Он. Вот именно! Марин, что ты понимаешь? И как ты у меня все полтора года спрашиваешь, Оля, тебе кофе с молоком налить? Оль, ты кофе с молоком будешь или без молока? Когда я тебе всегда... Вот это пиздёшь, я клянусь. Что? Вам. Подожди-ка. Не пизди-ка, ты гвоздика. Такое было несколько раз всего лишь. Я это молоко даже не трогаю. Неоднократно ты у меня уже очень много раз спрашивала. Зай, ты с молоком будешь кофе или без? Сейчас я кусок вишни достану, я тебе скажу. Давай, хочешь, я достану языком? Так вот. Да кусок вишни, блядь. Да пожалуйста. Так вот, знаешь что? Я что вообще же? Не трогаю никакое молоко. Это во-первых. Сейчас. Это было очень давно. Мне очень... Да вот, последний у раз... У тебя такая вот волосинка, можно я ее выдерну? Сука. Крис, ну все, там сейчас будет красное пятно. Ну, вот так, прям одна. Ну, ты пинцетик можешь взять. Да, и... я еще приду. Да. Ужасный лак для волос у меня, просто кошмар. Ни хрена не держит. Так. Сейчас дайте как камеру протручу-то. Что? Что, зайчик мой? Ничего, я пришел. Пришел? Угу. Куда денете животных? Все, я ничего не говорю нахуй вообще, блядь! Так вот. Для начала. Так. Блин, почему у тебя... Что за бледная картинка? Не понимаю, почему так. Фокус такой. Так вот, для начала, чтобы выдернуть эту волосинку, тебе предстоит вот это. Раз. Угу. Оля и ее покупки нахуй на Алиэкспресс, блядь, или где это? Нет, это Озон. Пиздец, блядь. Все, теперь давай. Вот он мой трофей, сука. Вот он. Ясь здоровенный, блядь! Как там надо делать? С Крис вот встречалась Лариса, нет? Что вот происходит? Вот так. Видите? Ой, я Лариса, просто сижу в Олиной странице. Что, не видите, по ушам сразу видно? Лариса. Берите эти ушки в Таиланд. Я эти ушки заказала, потому что я когда загрузила себя в эту нейросеть, и там вот такая вот я вся прекрасная фея-хуея, я подумала, что классно будет, если у меня когда-нибудь будет фотосессия. Зайка! Мне больно было. А, извини, пожалуйста. Ты как рвешь уши, еще и не предупреждаешь меня об этом. Прием, прием. Ну ладно, все. 24/7. Клубы, концертные залы ждут от меня новостей. Бау! Танец локтей! Бау! Танец локтей! Сегодня какое-то качество не очень. Вот я тоже замечаю. Крис, ты мне копию какую-то айфоновскую подарила? Да. Я так и знала. Мне старая знакомая подсказала, где купить. Расскажите ваше отношение, вашу историю отношения с Крис. У меня такие язык заплетается, как будто я пьянь.
Рассказывай нашу историю отношений, давай. Не обладай. Давай, говори. Что ты сейчас сказал? Я говорю, добро, давай, говори. Что? Я скажу, с ума? А что это я послышала? Не хочу говорить. Боюсь присниться. Охуенное качество, пиздят от зависти. Тихо, красавчик. Давай, говори. Наша с тобой история отношений. Ну так, короче. Я, конечно, приезжала, она такая. Алло, я ебать, алло, все. Ты что, с кем одна вообще, с кем, что за все? Мы говорили, да, я там часа, да. Ага, потом прошла, что-то выпуски задела, я думаю, да, иди сюда, ну, конечно. Вообще, говорю, спать со мной будешь, она такая, да, все, буду спать с тобой, все, вот спи со мной уже полтора года. Да. Ну, почти так и было. Лена, ты понимаешь, меня с полуслова. Хотите ребенка? Я хочу ребенка. Я хочу двух детей. Хочу парня постарше года на три. Парни, напишите Ольге в директ. Нет, постарше года на три. Я хочу себе парнишку, чтобы он защищал девчонку, младшую доченьку мою. Сына ты имеешь в виду? Ну да. Ну, у меня спрашивают, ты хочешь детей? Я же говорю, я хочу детей. Парень, чтобы был постарше, а девочка помладше. И чтобы парень защищал мою маленькую доченьку. Так, ты давай, ты подумала, какие бы ты бы хотела имена девочкам и мальчикам? Mm-mm. Ну, давай, говори. У меня кузя в зубах застрял, лучше она больше беспокоит. Давай, говори. Вот, расскажи о характере Кристины. Крис. Я потом скажу, я пока в зубах как поговорю. Я тебя зарежу тогда сейчас. Мне было больно. Ухом? Да больно. Ухом? Ну, да. Да, Зай, не больно. Ты что, помнишь, он резиновый? Ну вот, у меня отпечаток на лбу остался, блядь. Что ты мне рассказал? Где? Расскажи? Вот он, блядь. Крис, ты такая выдумщица. Вот. Где? Вот, бля! Где? Ну, снай. А парень не ваш сын будет, как будто он нужен только для защиты доченьки. Уже сразу разделение. И парня я хочу вырастить настоящим мужчиной просто. Возможно, где-то он будет холоднокровный, возможно, где-то жесткий. Вот я бы пацана бы вырастила такого, как я сейчас. Там есть опечатра, пишут. Где? У меня вот туда опечатра есть. Что ты на это скажешь? А? Там написали уже, у меня есть опечатра. Есть? Вот она же. Вот здесь. Уже подпрошла, но вот же она. Есть же? А если ваш сын будет геем? Честно, я бы не хотела, чтобы он был геем. Подарим ему член. Я нейтрально отношусь к геям. Ну как будет, так будет, хуй делаешь, вот теперь, блядь. Но я не хочу сына гея. Мы и собаку не хотели, знаете. Ну, я думаю, что я дам все правильные мысли, донесу до него. Конечно, не буду ни на чем не настаивать. Не буду вызывать какую-то категоричную точку зрения, но я бы не хотела, конечно. Детки у меня будет парень Ростислав или Руслан, а дочка у меня будет 100% Ангелина. 1000000% девочка будет Ангелина. Ангел. Геля и Ростик. Да, Ростик супер, Ростислав. Как живется вместе? Да нормально. Геи не эстетичны. Оля, ориентацию ведь не выбирают, с этим рождаются. Вот с этим я не согласна. А понимаете? Я согласна. Ну, потому что ты с первыми начала встречаться с девочками. Неправда.
За, если тебе в школе какой-то пацан там понравился, когда тебе было 7 лет... Суть не в том, что мы встречаемся, да, мы встречаемся, а суть в том, что я чувствую внутри. Мне же начали нравиться мальчики сначала. Угу. Во сколько лет? Всегда, да, блядь, ты во... что? Зай, во сколько? Мне было... Зай, ну давай так, мне было 10. У меня были длинные волосы, и я пока ногти на ногах не накрашу, а мне тогда еще такие вьетнамки подарили, найковские оригинальные, с Турции привезли. И я пошла выносить мусор. Прежде чем пойти вынести мусор, я на сырую голову заплела косу, потом расплела, накрасила ногти на ногах и пошла. Красиво, с распущенными волнистыми золотыми волосами. В 10 лет я... Крис, в 10 лет я ждала это... Человека-паука на балконе. Ждала, пока он не заберет, потому что я была влюблена в него. Поэтому это ничего еще не значит. Или в Бэтмена. Или я хотела, чтобы они оба меня забрали. Бэтмен проникновение. Ой. Да никто не услышал, все. Двойное проникновение в 10-летнего ребенка. Вот так вот мусор нагибаешься выносить. Можно немножко это охуеть. Ориентация бисексуальная может быть. Вот в бисексуальную ориентацию я верю на 100%. Бисексуалами рождаются, да, согласна. Да. Ну. Что? Вот. К чему-то уже приходим к общему. Может, поженимся уже сразу? Мы такие родные стали. Вообще, такие солнышко. Тебе там чуть-чуть застряло. Я вот, и... Хотите фокус покажу? Оля мне пизданет за него, клянусь. Закрой глаза, пожалуйста. Если ты мне доверяешь, закрой глаза. И Оля... Спички дайте. Ну, закрой. Я знаю, что это за фокус. Нет. Закрой ты. Нет. Закрой. Нет, да ты... Закрой. Да, это уже насилие, блядь. Я первая сказала... Хватит, да ты просто крадешь у меня идею, блядь. Да Оля. Оля, нет. Я не позволю, мне больно шею, сука, блядь. Мне больно шею, блядь. Ну и все тогда. Да это доказано, что ориентацию выбрать нельзя, но ее можно понять и... И простить. Лет, да. И простить можно. Оля, сын может быть ледышка. Будь готова. Ледышкой? Ну да, что-то смайлик, означающий холод. Не знаю, холодный? Ну да, я покажу. Да? Подышите в нос человеку, который сейчас сидит с вами рядом. Срочно, блядь! Так вот возьмите и прям подышите ему сильно в нос. Он вот так делает. А у нас остается 2 минуты до конца эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Это было превосходно. Нам очень понравилось. Да. Мы будем выходить в эфиры чаще теперь. Ну, если у нас будет такое настроение. Если вам захочется, конечно. Извините за мое сегодняшнее настроение. Вот такое оно сегодня. Всем спокойной ночи и сладких снов. Завтра у меня сторис. Всякие разные, потому что у меня теперь хорошая камера. Тихая говорит, если я дуну, мне пизда. Да, я тоже дуну, и мне пизда. Это скажем, бывает. Вот. Поэтому всем спасибо за все. Что? Ну дай напоследок. Давай, быстро. Минутка мне еще. Я же не могу одна. Никто... Потом будешь сниться детям. Эльфийка. Хабиби. Зай, давай, время заканчивается. Все, так? Да. В бок чуть-чуть так, типа. Оно прям плотно должно сидеть. Да? Да. Вот. Класс? А ничего, что оно по цветам отличается? Это вообще как-то... Не, оно же волосы специально укладываются так, чтобы не было видно вообще. Угу. Спасибо вам, что вы были с нами. Я уже говорила, да? Да. Всего вам наилучшего. Аригато. Пока-пока.
Сладких снов, мы вам приснимся.